Семей прошел очередной матч 24-го тура первой лиги. 20 августа футбольный клуб «Алтай» принимал на своем поле алматинскую команду «Кайрат-А». В ходе первого тайма футболисты «Алтая», не раз атакуя ворота соперников, старались забить гол. Но удача сопутствовала только капитану восточно-казахстанской команды Алексею Шакину, который на 17-й минуте первого тайма поразил ворота «Кайрата». Во втором тайме, благодаря заменам, футболисты алматинской команды играли не только в обороне, но и в нападении. Практически вся вторая половина встречи прошла на равных. На 90-й минуте судейская коллегия приняла неоднозначное решение, добавив 4 минуты. Это сыграло на пользу соперников «Алтая», которым удалось на 92-й минуте сравнять счет и уйти от поражения. В результате матч завершился в ничью 1-1. Таким образом, сегодня «Алтай» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы. Теперь 25 августа в рамках 25-го тура первой лиги восточно-казахстанская команда будет играть с «Мақта-Аралом». Если говорить о сегодняшней игре, то, по моему мнению, она проходит на среднем уровне. «Алтай» способен на большее. Я верю, что наши игроки могут показать хороший футбол. Тем более, что в составе «Кайрата» играет в основном молодежь. К сожалению, данная игра не сложилась.